Всем привет! Продолжаем ходить по моему городку. Санкт-Петербург называется. Пятая линия Васильевского острова, дом 62. Архитекторы Пранк, Гейтс. Вот постройки 1868-1869-1912. Стиль эклектика. Дом Макарова, дом Бернштейна по пятой линии. Архитектор Пранк Генрих Богданович, 1868-1869. Это русский архитектор, академик культуры, перспективно-акварельной живописи Императорской академии художеств. 1912. Архитектор Геверц Яков Германович, надстройка расширения. Я пользуюсь сайтом Википедия и сайтом City Walls. Хороший сайт, рекомендую. Книги Недошивина «Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург». Говорится, что в этом доме жила возлюбленная Мандельштама Соломея Андроникова. Это одна из самых примечательных женщин Серебряного века. Меценат, модель многих портретов и адресат многих стихотворений. У Андрониковой бывали здесь Стравинский, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры 20 века. Ахматова, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы 20 века, была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Судейкина, значимая фигура Серебряного века, актриса, танцовщица, художница, скульптор, переводчица, декламатор, одна из первых русских манекенщиц. Гумилев, русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик, первый муж Анны Ахматовой. Тэффи, русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица, автор таких знаменитых рассказов, как «Демоническая женщина» и «Кефер». После революции эмигрировала сестра поэтессы Миры Лоховицкой и генерала Николая Лоховицкого, соратника адмирала Колчака. Цветая, русской поэтессы Серебряного века, прозаик, переводчица. Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, критик, литературовед, один из крупнейших русских поэтов 20 века. Именно она, Соломея, станет, по словам Ахматовой, второй большой любовью Мандельштама. Ее, напишет Ахматова, Осип обессмертил в книге «Тристия», когда соломинка не спишь в огромной спальне. Рамы в витражных окнах на переходах новые, из металлопрофиля, с сохранением старой растекловки. В 2001 году дом включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Ну вот так вкратце о доме номер 62 по пятой линии Васильевского острова. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Узнали что-то новое.